Тихо. 90. Не понял. Какая-то жесть у меня. Файтится походу с ними. Ёб твою мать, что происходит, господи? Вижу его. Не лезь, может, Ань. Забрал? Убираю. Забрал. Пошли. Короче, типы походу подумали, что я читак. Последний просто зашкерился где-то. Он там с хеклером. Я с СКС-очкой, он где-то тупо засел. И сидит. Убил четвертого, прикинь. Ё-моё. Ты пойдешь еще? Вот это битва тысячелетия просто. Попозже, наверное. А у него какашка с теплом, с этим, с рипером. Прикинь? Ну, поэтому и тарелс. Ага. Не, как-то дико увидеть. Отойдешь? Да, я отойду потом. Huh.
меня чувака. Не-не-не-не-не. Где? Ага. Тихо. Не, показалось. Показалось, кто-то здесь сидит. Киву, кстати, открыли. Бля, или не показалось? Да что ж ходит? Да. Да-да-да. Он там есть, он смотрит наши. Он чекает сюда. Да-да, ясно. Право. Минус. Один был. Не факт, он мог влево убежать. Ну, я его, скорее всего, слышал. Аккуратнее, там профи, которые залягут и будут лежать до упора. А тут минус профи уже. Нормально, он еще и нормально одет. Две шмотки, две эти, два оружия. Три зип заберешь? Убил его. Откуда он меня убил? Просто пришел к нам без звука. Скорее всего, по лестнице он спустился без звука. Лестница же беззвучная. Фулка такой же. С эмкой загрыженный. Я же говорила, двое было. Да, но я вот не слышал вообще. А я слышал двоих. Я стояла, смотрела этот проход, чтобы он сюда не пришел. И он просто бесшумно меня убил. Ну куда тебя убили там, пацаны?
Ты бежишь? Я пробежка. Ты бежишь? Да. Красная. Аня. Нет. Я внизу, я пробежка. Че такая убил? Да ладно. Умудрился. Ёб твою мать. 13-й левел чел, маска ща, блядь, Сашка. Я на китайской лестнице. У него АИМ, походу, отключился, блядь. Аня, заходи, закрывай дверь за собой в красную. Блядь. 10 это записал. Конечно. Фу, блин. Но у него Сашка 133 отдачи, но я понимаю, что им типа плевать на все это, ну блин. Давай сходим в сторону палатки, в сторону зеленки, пока ботов нету. Аккуратненько. Потому что если он реально всех убил, но сейчас можно будет хорошо полутаться. Ты под офисами, не? Ходишь? Наверху на втором этаже, он на втором этаже. Ты на первом? Я на первом, он на втором. Вот это он, да, Сэм? Да. Ты на первом? Угу. С той стороны, да? Да. В лестнице. А, он в зеленке, Ань. Убил. Он внутри зеленки был. Я поднимаюсь на первый, на второй. Я по дереву. Забегаю к тебе сюда. Да, ты, да? Да-да-да. Ты в каске чувака убил? Я не знаю, через стекло стрелял. Сложно сказать. Этот с Сэмкой, да, этот с Сэмкой должен быть, вот он. Скажи, что у него каска есть? Нет, у него каски. Что там? Сектор О, Ань. О, по-моему, это не наши. О, это наш, это перед нами лифт. Ты чё? Ну, у нас чел там стоит, он только что его включил. Я в тёмке. Черик подходит аккуратно. Вон возле лифта, скорее всего, пытается вызвать. Я у тебя сейчас впереди выйду, не убей. Выходи, выходи, я его гранатами подавляю. Попал по мне, хорошо. Дал еще туда гранатки ему. Умер. Какой-то труп есть, не знаю, он или нет. Сейчас я бейсбол захаваю. Ты ему? Грузит хилю? Нет. Еще какие-то гранаты, значит, он же. Еще один. Да. Кидай влево туда ему. А так вот же валяется. Я вот этого, походу, убил, типа. Ну, еще есть, еще есть. Да, железо. Лестница, лестница. Граната.
слева в углу. Он Грену как-то плохо кинул, походу. Сам себе Грену кинул, дурак. Ну. Что, взорвался? Нет. Дверь открыл. Сейчас Грена кинет. Зашибись. Ну все, хана ему! Ну куда ты спрятался? Пас! Жива? Нет. А не, он прям рядом. Ты его ранил? Да у меня под... Убил. Все. Поймал его на хедшот. Ну тут у нас максимальные фулки, короче. Алтыны и все дела. Я Мальдония, короче, в себя вколол, он столько впитал эти, серьезно говоря, это просто эпик. Еще один залуч. Два залуч. В алтынах. Даже не алтын, наверное, маску. Алтын в этот кино. Не умри. Все, пошли. Давай в лифте, а тут... Я в лифте стою. А что, ты каску не взяла с него? А я забыл. А я... Ай, ладно. Не про воду, про еду начали говорить. Я забыла. Забыла. Ну, этот чел, скорее всего. Да, вижу, на втором этаже тусуются. Двое. Ты выстрелил по ним? Да, один должен быть минус. На втором этаже они тусуются, в закрытом. Да, я понял. Ай, на первом он уже спустились. Один минус? Ага. Я раненый. Мне нужно. Второй на первом этаже тоже. На первом этаже он уже. Аня, встречай. Выходит. Убил меня. Я им попал очень хорошо. Я раненый, прям вообще раненый. Бегу, бегу, бегу. Дал на этим. Отходи, отходи. Хильси. Зашибись. С улицы. Я понял.
там. Сорвал его. Да беги ты, алло, блин. А, я взорвал эту крысу. Папа барабашка или что-то такое там? Да-да-да. Я сидел, а тут крысюк там в кустах, на, в мусорке в кустах, короче, сильно в забору. Не удивлен. Сейчас почти у выхода. Бежать будет где. Incredible. Good one. Now that's more like it. Nice one.
если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы новых видео или стримов.